У иудеев Донбасса заканчивается ханукальная неделя. В традиции древнего праздника, который еще называют «победой света над тьмой», вникала Елена Виток. Собираться всей семьей, зажигать ханукию. Малыши донецкой еврейской общины встречают хануку. Уважать традиции праздника их учат с раннего возраста. А что в хануку мы зажигаем каждый день? А как это у нас называется? Горящие свечи символизируют победу света над тьмой, объясняет воспитатель Штерни Вышецкая. Для 4-летней Маши ханука не только повод весело провести время с семьей, но и поесть вдоволь сладостей. Зажигаем дома ханукию, веселимся, кушаем пончики и играем в Савивон. Савивон – неотъемлемый атрибут праздника с многовековой историей. Во время гонений на евреев с помощью четырехгранного волчка еврейские дети учились родной азбуке. Герман – признанный чемпион детского садика по играм в Савивон. После игр – ханукальный хоровод под музыку. Разукрашки, фломастеры и поделки специально к хануке в еврейском садике разработали методику занятий, которая прививает интерес детей к празднику света. Это у нас кукла ханукальная, которая танцует. Она сделана из кувшинчик масла, свечки и пончики. И Савивон. Я закрашиваю ханукальные свечки. В этом году ханука завершится 16 декабря. В еврейской общине Донецка по этому случаю устроит праздничный обед и молебен. Елена Витык, Александр Гренко, телеканал «Донбасс».